Друзья, сегодня у нас 30 августа 2021 года, и я хочу вам показать готовящуюся сейчас печать, книгу, которая называется «Самуил Фомович и его жуткая поэзия». Я сделаю короткий обзор этой книги. Простите за неудачную запись, мы находимся в условиях больницы. И здесь свои порядки, никого не интересует, чем мы сейчас занимаемся. И это даже хорошо, с одной стороны. Итак, вот моя содержание моей книги. Обложка будет, потом я вам ее покажу. Значит, книга наша состоит из предисловия. Вот сейчас я попробую найти, чтобы быстрее найти от автора, допустим, я запишу вот здесь вот. От автора, это рукопись книги от автора. От автора. Вот я нашел от автора. Вот начало нашей книги. Кратко об авторе его жившей поэзии. Здесь я рассказываю о своем творчестве, о своей биографии. С 1952 по 1995 годы я жил и учился, и работал в Крыму. Вот, Симферополь, Ялта-Симферополь, я окончил школу, строительный техникум железнодорожного, СТЖДТ, строительный техникум железнодорожного транспорта. Затем университет Симферопольский, физмат, работал учителем математики в Большой Ялте, программистом в Симферополе, увлекался музыкой, пел в профессиональном хоре и храмах, самостоятельно освоил азы игры на гитаре. Тут не очень интересно, вот творческая биография моя такая, с 2015 года начал сочинять и петь песни на стихи Сергея Есенина, затем создал ожившую поэзию, сочиняя песни, романсы и композиции на стихи поэта, в основном современных, которые размещают свои работы на портале стихи.ру. Издал 15 поющих книг, стихов в рамках ожившей поэзии. И здесь перечисляются все наши книги, об этом будет и потом речь, и множество наших книг. Это издано с именем только Ольги Мельничук. В рамках нашей ожившей поэзии все они имеют множество композиций, романсов и песен нашей ожившей поэзии, поэтому это наша собственность. Вот тогда у нас будет 15 книг. Ольга Мельничук действительно очень помогал нашей ожившей поэзии, поэтому у нее так много книг. И на ее стихи я сочинил около 900, а может даже и больше композиций. Жалко, наш основной канал удалил YouTube, поэтому точно я не могу сказать. Итак, вот смотрите, значит, здесь я рассказываю о том, что мы не только создаем композиции, но и издаем книги, делаем обзоры, концерты, поющие книги на основании стихов и композиций, песен, романсов, которые я лично сочинил за это время. Время это активно мы начали работать в 17 году. И вот здесь есть список поэтов нашей ожившей поэзии. Он есть еще и на стихах.ру. И вот на 23 июня 2021 года поэтов было более 515 имен. Среди имен поэтов есть такие великие поэты, как Шекспир, Пушкин. Как Шекспир, Пушкин, Пастернак, Асеев,
рождественский, Лермонтов, ну, это долго очень перечислять всех, потом я покажу имена всех поэтов, и Цветаева, и Ахматова, и, в общем, где-то 37 имен только великих, и Анинский, и Фет, и Блок, и так далее. Далее, говорится, наша книга состоит из 4 разделов. Раздел первый – это 8 обзор концертов на мои стихи, лично на мои стихи, каждый из которых состоит из 10 композиций, то есть 80 композиций на мои стихи. Правда, есть здесь исключения, иногда я очень люблю Акуджаву, и я его какое-то произведение тоже включил сюда. Неважно. Важно то, что у нас лично я сочинил уже более 500 стихотворений и композиций на них. 450 мы отмечали еще, по-моему, пару лет назад композиции, еще когда был канал Самуил Фрумович, его жившая поэзия. Итак, вот раздел первый – это на мои стихи. Раздел второй – произведение на стихи великих поэтов, состоящие из 4 обзоров концертов, включающих 10 композиций на стихи великих поэтов. И раздел третий – это произведение на стихи моих соавторов, современных поэтов, состоящих из 6, то есть 60 будет здесь композиций, включающих по 10 композиций. То есть всего в нашей книге должно быть где-то порядка 180 произведений в этой книге. А далее будет раздел 4, обзор поющих книг, изданных Фрумовичем в рамках нашей ожившей поэзии. Краткий обзор наших книг. Вот такая структура нашей книги. Затем идет эпиграф, в стихах душа поэта скрыта, и не расскажет о них, лишь песня, музыка открыта, волнует чувствами, как стих, дружны две музы, стихи, песни, они звучат для всех живых, сердца и души наполняя, смысл жизни постигаешь в них, прими, мой друг, сей дар бесценный, войди в поэзию, в любовь, и голос мой проникновенный, пускай волнует твою кровь. И далее несколько моих экспромтов. Я люблю писать экспромты. Например, такой, когда-то я написал такие строки о музыке. Не говорят, а ей дышат, другие вздохами молчат, и сердцем что-то слышат, и хочется с ней счастьем насыщаться и чем-то сокровенным наполняться. Я желаю, чтобы публикуемый ниже сборник послужил этой цели. И далее идет раздел первый. Вот раздел первый, он состоит из 8 блоков. Каждый блок это подобный. Вот видите, обожившее поэзии слово, часть 1360 из книги Фрумовича, его ожившая часть, номер первая. Вот каждый блок содержит 10 композиций. Вот смотрите, какие композиции содержит этот блок. Сначала обзор композиции этого выпуска, затем к Пушкину «Давай, мой друг, отучимся любить». Далее звучит романс «И сердце замирает». Далее «Тише, друзья, приближается лето». Далее «Очаровательные глазки». Далее «Любовь дороже всяких предрассудков». Короче, вот здесь вот мы сейчас, я вам покажу один и первый блок первого раздела. Вот он называется «Об ожившей поэзии замолвите слово». И вот здесь есть, кстати, вот там, где я показывал в книге, они не кликабельны. А вот здесь уже, когда вы нажмете на ссылочку книги, то вы попадаете вот на этот ролик. Ролик большой, на 40 минут приблизительно,
И вот он, из чего он состоит, я вам сейчас покажу. Тут что-то у меня звука нет. Сейчас мы посмотрим, сделаем погромче звук. Так, нет, звук должен быть. Сейчас мы сделаем его погромче. Звук почему-то здесь нет звука. Это мы сейчас узнаем. Почему же нет звука? Что-то нам сегодня не везет. Потому что я его выключил и, наверное, далее и все, что я записывал. Небо, воспоминания любви, любовь переболеть, дуэты души и пера, наверное, не успеем. Но что успеем, то я и покажу. Итак, начинаем к Пушкину. Давай, мой друг, отучимся любить. Все будет в сокращенном изложении. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт», которую назвал к Пушкину. Давай, мой друг, отучимся любить. Простите, я должен как-то проверить. Сейчас наша цель просто показать структуру книги, а невозможно охватить необъятное, потому что 40 минут и только один ролик длится. Но вот я, смотрите, показываю вам структуру этого ролика. Для этого надо вот здесь нажать на еще, допустим. И вот видите, вот если мы нажмем вот на эти цифры, то мы будем слушать именно то, что вот здесь написано. Допустим, вот звучит романс, и сердце замирает. Стихи Фрумовича, видео чтение Юлия Деброва. Давайте вот нажмем, и сразу попадаем, не надо нам полностью ролик слушать. Нажмем и послушаем, включим звук и послушаем. Деброва исполняет наше стихотворение, послушайте. Звучит романс, и сердце замирает. Мелодия любви зовет куда-то. И не сложилось счастье, и не любовь, жестокость виновата. Ты не услышал моей печали, прошла ты мимо, не заметив слезы. Тебя другие очень волновали, ты убегала в неизвестность, в грезы, а я страдал. Молил тебя услышать, мои слова, мелодию любви и нежность, но ты летела. Ничего не слышал, тебя манила только неизвестность. И так мы не успели объясниться, звучал романс, ему ты не внимал. Как птица летела и летела, моя любовь, полета не понимая. Звучит романс, и сердце замирает, мелодия любви зовет куда-то и не слышит. Не сложилось счастье, и не любовь, жестокость виновата. Вот приостановим. Вот таким образом вы можете любой, вот, допустим, очаровательный глазки, давайте. Вам не надо слушать полностью весь этот ролик. Вам достаточно послушать то, что вас заинтересует. Вот, допустим, очаровательные глазки. Нажимаем. Очаровательные глазки. Слова музыка везде. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт», которую я назвал «Очаровательные глазки». Музыка исполнения слова Самойла Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».
Таким образом мы будем считать, что мы прослушали вот первый блок первого раздела. Теперь нам надо вернуться. Теперь нам надо вернуться к книге. И как мы это сделаем, я тоже сейчас не знаю. Мы сейчас с вами попробуем найти решение этого вопроса. Вот мы закрываем, и вот мы возвращаемся к книге. Следующий блок. Угу. Вот, следующий блок. Это раздел первый блок. Следующий блок у нас будет... Да, кстати, вот эти все произведения, видите, вот здесь расставлены и минуты, когда они начинаются, но здесь они не кликабельны, поэтому надо сначала запустить вот эту ссылочку, войти на YouTube, и тогда вы можете слушать то, что вы захотите, вот из этих 10 композиций. Далее идет анализ обзора. Анализ обзора 1360. У нас есть замечательный эксперт, лингвист Валентина Брейка. Она прекрасно описывает все композиции, которые создает наша ожившая поэзия со знанием всех поэтов и со знанием именно ценностей наших композиций. Вот она описала это. Сейчас я не буду зачитывать. Видите, сначала она об ожившей поэзии пишет, затем пишет о каждой композиции из этого блока. Вот. Сейчас найдем какую-нибудь коротенькую. Вот, например, «Очаровательные глазки». Что она пишет? «Очаровательные глазки» — это сладостные, восторженные воспоминания лирического героя, связанные с пребыванием в Крыму, забыть которое невозможно. Крым, танго — это мечта влюбленных, соединение их сердец. Крымская ночь — это наша любовь. И эти ночи, эти ласки никак забыть я не могу. И лирический герой страстно мечтает весной поехать в Крым, скорее в Крым. Туда, где красотой земною меня сердце поразило. Туда, где танго зазвучало и закружилась голова. Туда, где я сказал впервые для жизни главные слова.
свою любовь к Криму ему хочется передать друзьям. О, Крым, Гурзуф, утес Ялта, медведь, гора и Карадаг. Герой не представляет жизни без Крыма, как и без женщин. Воспоминания так ощутимы, что слышу голос моря и вижу южный берег, где когда-то я встретил женщину. Одно использование повторов синтаксического параллелизма, обращения, восклицательного предложения усилит образность, выразительность, яркость композиции, вызывает восторг ваша работа, которая заронила божественную искру в наши сердца. Вот таких у нас очень много анализов всех произведений, многих произведений нашей ожившей поэзии. Затем переходим ко второму, ко второй главе вот этого раздела. Здесь мы еще 10 композиций представлены. И вот я сейчас покажу их содержание. Содержание. Чтобы содержание узнать, вот здесь мы нажимаем на еще или читать дальше. И вот здесь, видите, вот 2.10 гимн женщине, 6.27 Крымский мост, 10.45 состояние любви. Все это замечательные композиции. Давайте послушаем немножко их. Вот гимн женщине мы хотим послушать. Сразу давайте послушаем. Слова музыка исполнила свою роль, и чекнула безымперная дама. Остановим эту композицию. Давайте еще какую-нибудь послушаем немножко. Крымский мост тоже хорошая композиция. Давайте Крымский мост послушаем. Чуть-чуть, потому что времени у нас мало. Thank you.
еще какой-нибудь, чуть-чуть, типа, ибо времени у нас нет. Где ты, милая, где ты? Давайте послушаем. Милая, где ты? Или будут все тексты, все песни, все композиции, все... Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт». Полностью. Которую я назвал «Где ты, милая, где ты?» Слова, музыка, исполнение Самуила Абрамовича, видео из интернета. Со вторым блоком первого раздела. Может быть, еще какую-нибудь взять композицию, но, в принципе, у нас нет времени. Давайте перейдем к третьему блоку. Таких блоков у нас 8. Для этого мы возвращаемся к книге. Я уже нашел, как возвратиться. Вот, и третий блок. Да, кстати, второй блок заканчивается, и тоже описание всех композиций есть у нас нашего эксперта. Вот. Далее переходим к третьему блоку. Третий блок, то есть часть третья. Это была часть вторая. Вот анализ обзора 1370, гимн женщине. Крымский мост, состояние любви, я люблю тебя. Все это в прекрасном изложении замечательного эксперта Барейко, Валентины Барейко. Затем переходим к третьему блоку. Третий блок тоже состоит из 10 композиций. Давайте немножко послушаем. Нажимаем на ссылку, попадаем в третий блок. И он также состоит из 10 композиций. И любую из них вы можете здесь вот выбрать. Давайте мы с вами вот читать дальше нажмем и выберем. Ну, нажмем «Ах, Москва, моя Москва». Здесь слова, музыка, исполнение, везде Самуил Абрамович. Слова, музыка, исполнение Самуил Абрамович, видео из интернета. Ах, Москва, моя Москва,
теперь на дне двойне. Здесь дыхание в тишине, здесь следы минувших лет, поражений и побед. Здесь сердечные движения и моей любви волнения. И не зная, что сказать, стоя песни сочинять, только голосом скажу: бесконечно вас люблю. Все, что связано с тобой, назову своей судьбой. И поймут меня друзья, без Москвы нам жить. Останавливаем. Следующая композиция. Давайте еще посмотрим. Вот здесь я сделал исключение и включил этот обзор композицию. А все-таки жаль. Была так жаль. Друзья, послушаем еще одну главу из раздела первого. Это часть 03, глава у нас третья, как бы. Давайте послушаем, что здесь у нас интересного. Я специально сначала нажимаю на ссылку, потому что потом будет легче смотреть, и заодно будет у нас крутиться какой-то ролик. Вот, это у нас обзор, которая охватывает такие композиции. Сейчас мы посмотрим, какие композиции он охватывает, и выберем что-нибудь, послушаем, и на этом мы должны заканчивать. «Ах, Москва, моя Москва» мы слушали, а все-таки жаль. Давайте, в виде исключения, я еще включил Булата Акуджаву. А все-таки жаль. Давайте послушаем. Замечательная композиция моего любимого барда, поэта и исполнителя Булата Акуджава. В нашем исполнении. Сейчас я звук получше сделаю. Нельзя воротить, и печалиться нечем. У каждой эпохи свои подрастают леса, а все-таки жаль, что нельзя с Александра Сергеевича можно я заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо пальцем мыкаться ощупью. Машина ждут, и ракеты носят нас вдаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного, и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко, познание мой безбрежному, разумный свой век, многолетний век свой любя. А все-таки жаль, чтобы мир снятся
по-прежнему. И мы до сих пор все колонны числим себя, а все-таки жаль, чтобы именно сняться по-прежнему. И мы до сих пор все колонны числим себя. Победы свои мы давали не зря, и мы нашли, мы все обрели и одежду пристань, и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими статьи сталы, которые выше побед. Давайте еще послушаем из этого цикла такую композицию. Мы поем с Есениным. Слова Есенина Фрумовича, музыка исполнения везде самого Фрумовича. Связано с тобой, но зову своей судьбой. Нет, извините, я и поймут меня не там. Друзья, нажимаем, вот мы поем с Есениным. Ну, следующее произведение мы поем с Есениным. Тут слова мои. Друзья, послушайте, мы я использую слова Есенина. Поем с Есениным. Музыка исполнения слова Фрумовича. Видео из интернета. Thank you.
я заканчиваю этот небольшой обзор. Я полагал, что я смогу кратко рассказать обо всей книге за один обзор, но, увы, не получается. Только первый раздел, и только мы охватили три части, поэтому у нас будет продолжение этих обзоров с тем, чтобы я вас познакомил с новой нашей книгой. Спасибо вам за внимание. С вами был Самойлов Громович. Простите за накладки, которые, к сожалению, неминуемы в условиях, при которых я сейчас проведу запись. Всего доброго. С вами был Самойлов Громович.